Истинными бойцами и по настрою, и по подготовке можно назвать жителей Твери, которые приняли участие в открытии велосезона. Напомню, что в областной столице открытие велосезона уже празднуют 14 лет. Он приурочен к Всероссийскому единому дню велосипедных действий. В этом году в мероприятии приняли участие более 1000 человек. Много лет, в конце мая, любители велосипедного спорта самых разных возрастов отправляются навстречу лету. Массовый заезд традиционно стартовал у площади Конституции. В общей сложности велосипедисты проехали около 5 километров. У нас была такая большая колонна, что когда хвост колонны заезжал на старый мост, ее начало уже подъезжало к городскому саду и кинотеатру «Звезда». Клуб «Велотверь» является организатором многих мероприятий, походов, походов выходного дня. У нас есть группа ВКонтакте. Присоединяйтесь, участвуйте. Будем рады всех видеть. Основная задача праздника – популяризация велосипеда как транспортного средства, укрепляющего здоровье, продвижение идеи активного образа жизни, а еще хорошая возможность встретиться с друзьями, провести время с семьей. В конечной точке велопарада в городском саду для участников была организована спортивно-развлекательная программа, соревнования по фигурному вождению для детей и взрослых, а также заезды на скорость.